Здравствуйте, меня зовут Татьяна Степанова. Я директор по маркетингу торговой сети «Перекресток». И сегодня мы хотим вам показать нашу витрину, нашу картину, которую мы сделали из пластика. Нашим проектом перерождения мы хотим показать на собственном примере, что можно всем вещам давать вторую жизнь, в том числе пластиком, и делать из этого прекрасные вещи. Каждый может его не выкидывать, а давать на переработку, и тем самым давать ему вторую жизнь. А экология – ответственность каждого, и важно, как мы потребляем, как мы к этому относимся. На самом деле мини-истории вплетены в это полотно. Его можно ходить, разглядывать с разных сторон, находить в нем какие-то новые детали. И еще, когда здесь есть два уровня, то есть можно отойти, увидеть весь сюжет, можно подойти поближе и начать разглядывать, из чего же это сделано.